Добрый день, уважаемые подписчики. Сегодня у меня автомобиль Nissan Qashqai 2012 года выпуска. Двигатель 2 литра, вариатор, передний привод. Пробег на автомобиле 89 тысяч километров. На этом автомобиле я заменю втулки заднего стабилизатора. Сложного здесь ничего нет, поэтому можно и на стоячем автомобиле, и с ямой заменить. Ну, удобнее, конечно, на подъемнике. Поднимаю автомобиль и подбираюсь к втулкам. Задние втулки здесь, как я и сказал, заменить легко. Главное, чтобы болты, вернее не болты, а гайки открутились легко, чтобы резьба была не закисшая. Предварительно немножко зачищу, смажу. Коррозия на резьбе видна. Также и с другой стороны. Берем головку. Ну вот опять же докрутил все вот в этом положении туго. Можно крутить дальше, но есть риск сорвать. Поэтому я не хочу рисковать. Я лучше ее погоняю туда-сюда. Особо много гонять и не пришлось по разу. Ну, по крайней мере, резьба остается целая. Поддеваю отверткой скобу. Немножко ее чищу. Снимаю втулку. Втулка уже набита. Стабилизатор ходил. Но помимо всего, еще есть выработка и на самом стабилизаторе. Немножко чищу, протираю шпильки, чищу посадочное на подрамнике, протираю сам стабилизатор и беру новую втулку. Новую втулку я буду использовать оригинальную, 54613. JD-17A. Сейчас внутри немножко смажу. Смажу Фэби. Смазка для суппортов, для сборки суппорта. Вот такая смазка 31942. Маленько беру на мизинец и внутри смазываю саму втулочку. Одеваю ее прорезью назад, как она и была одета.
Вот так вот. Медной смазкой смажу резьбы. Одеваю на место скобу стабилизатора. И наживляю гайки. Все. Втулку стабилизатора я заменил. Аналогичным образом меняем вторую сторону. И на этом замену втулок заднего стабилизатора я закончил. Всего вам доброго.